Так, сейчас кроватку скрафтим тебе, мне, себе, мне. Ага, одна готова. Сейчас еще одну. И вот такую, и сикую. Разноцветный, ты просил разноцветный. Слушай, а сколько вообще кровати-то надо? А, все, помню. Ты сказал, много надо кровати. Сейчас еще. И еще две вот сюда. А ты где мешаешь? Вот сюда и вот сюда. А? Нормально? Ну, я просил разные скрафтить, чтобы и тебе было, и мне было. Ты скрафтила разные, это фиолетовые, розовые. То есть ты только девчачьи скрафтила. А где мои вот эти красные, синие, черные? Слушай, это разноцветные. Ну вот тебе пурпурная кровать. Ну а? Это тоже девчачья. Это только для себя цветы, вот это цвета скрафтила. А мне вообще не скрафтила. Фиолетовая. Чем тебе не твой цвет? Это твой любимый цвет, а не мой. Ну тогда розовая. Так это тоже девчачий. Да в смысле девчачий? Сейчас этот цвет в тренде. Да ничего не понимаю. Вот еще. А зачем вообще столько кровати-то, а? Ну, ты давай сначала их собирай себе в инвентарь. Я тебе чуть позже расскажу, зачем они нужны. Я тут просто один новый способ нашел, как нам с тобой фулл сет незритовой броньки сделать. Поэтому ты мне сейчас пригодишься. Ты, главное, вот этот якорь возрождения с собой взяла? Так, а как связаны между собой якорь возрождения и кровать? Ну, сейчас мы с тобой отправимся в одно местечко, я тебе покажу, как связаны вот эти. А, подожди, а светокамень ты с собой взяла, да, чтобы якорь возрождения вот это зарядить? Зарядить, да, светокамень, 15 штук, все с собой. Ага, ну тогда давай запиндюкивай свою сракостанцию в адский портал и встретимся вот там, на другой стороне. Все, давай, жду тебя там. Ну, а если вдруг кровать не поможет, всегда есть запасной вариант. А, это мы, получается, сегодня вот этих пиклинов будем спать укладывать, да? Или хоглинов, или муглинов, или свиглинов, да? А, мы их будем убаюкивать, там, им колыбельную, да, читать. А зачем, чтобы они спали? Кстати, да, они реально это, всю жизнь-то не спят, может быть, мы им поможем поспать? Или нет, или, может быть, мы Гаста на кровать положим? Слушай, ну мне эти обновления точно нравятся. Да, а кто еще здесь? При чем здесь колыбельная, при чем здесь Гаста, и при чем здесь спать? Мы кровати не для этого крафтили, а совершенно для других целей. Давай мы сначала с тобой добежим до места, а потом задай вот эти все вопросы, хорошо? Уважаемый мой человек, на кроватях спят вообще-то. Для чего еще они-то нужны, ну? Ну, нормальные люди на кроватях спят, но мы же с тобой как бы не совсем нормальные. Хе-хе, вот это вот все. Да и тем более мы с тобой в аду находимся. А как ты, Катя, знаешь, в аду спать совершенно невозможно. Поэтому давай, без лишних вопросов, просто беги за мной и убей вот этого Гаста. Сейчас мы возьмем лучок. Кстати, у меня лук какой-то зачаренный, прикольный. Откуда ты взялся? Не попадаем, как обычно. Но ничего, мимо. Но я, в принципе, смогу. Все, ты, может быть, поможешь мне, а? Так, что говоришь, на 14-ю высоту копаться? Сейчас кольтюшка бульдозер все сделает. И главное, не отставай. И главное, в лаву не попади, а то я знаю тебя, ты любишь. Это, конечно. Ты, главное, лесенкой копайся, не под себя копайся, чтобы лавы там не было. Я все слежу, у меня все под контролем. Не ага, под контролем. И через 5 секунд Катя в лаве плавать будет, да? Неправда, вот увидишь, никакой лавы мне даже не встретится. В одну руку якорь возрождения, во вторую руку светокамень, берем, ставим, заряжаем, правую кнопку нажимаем, точку возрождения делаем и все, Кать! Так, главное, как в прошлый раз не опрофаниться, вроде все активировалось. Ну что, Катюшка, тебе же было интересно, зачем нам нужны эти кровати, да? Ну тогда я тебе сейчас объясню. Мы тут с подписчиками рабочий способ нашли, как быстро, прям молниеносно, моментально находить вот эти незеритовые незериты в аду. Я, кстати, с подписчиками, смотри, 4 штуки вот этого незеритого лома нашел, мне еще 4 нужны, и у меня тоже будет полностью незеритовый сет. Погоди, это что это? Это я сейчас должна буду лечь на эту кровать? Меня подорвет ко всем чертям собачьим. И ты ради этого ты жертвуешь мной, чтобы себе кусочки незеритовые достать. Ну, у нас же как бы якорь возрождения есть. Ты тут же появишься моментально. Поэтому давай, продемонстрируй подписчикам. Ты, главное, броньку сними и на кровать ложись. Давай. Офигеть, а почему не ты подрываешься? Почему всегда я? Ладно. Да ты хотя бы предупреждай, я не так молниеносно тыкай, но ты молодец, но, Катя, я тебя разочарую, здесь вроде ничего нет, мы ни одного кусочка с тобой не нашли.
Это какой-то дебильный способ. Он, блин, везде все в пожаре, лаву. Зато рабочий. Так, ставь кровать и второй раз подрывайся. Да это какое-то издевательство. Раз, два, три. Ну чё, есть что-нибудь? Ну, кроме лавы, пока что ничего не вижу, я горю потихоньку. Так, ты туши пожар. Кварц нашли, разве что. Мне кажется, мы быстрее бы это сами нашли, вон, киркой. А если ты такой умный, на сам попробуй, взорвись. Думаешь, у тебя получится сразу найти? А чё думаешь, нет? Вот смотри, ставлю вот сюда. Всё, Катюшка, до свидания. Ой! Возрождаемся здесь, смотрим. Два куска древних обломков только что перед тобой нашел буквально за одну кровать, а ты два раза взорвалась и ничего не нашла. А? Выкуси! Это чистая случайность, это Да. Или случайность, или все же профессионализм, как-никак. Я просто лучше умею взрываться, вот и все, признай это. Ой, да это один шанс на миллион, тебе просто повезло. Дуракам везет, как говорится. Слушай, оскорбить Майнкрафтера очень просто, извиниться очень сложно. Ставь кровать и взрывайся давай. Опять что ли, блин? Только за... Давай сделаем так. В следующий раз, когда ты будешь ставить куда-то кровать, давай ты со мной сначала хотя бы посоветуешься, а то ты поставила, наши якоря взорвала, себя взорвала, меня взорвала, мы то место прострали и сейчас находимся совершенно в другом месте. Хорошо, Катюсик? Хорошо, я больше не буду плести по зелюсти. Копайся на 14-ю высоту еще раз. В этот раз мы с тобой будем не с помощью кровати это все искать. Не зря же я с собой 26 динамита взял. Мы просто заминируем там этот тоннельчик из динамита, взорвем и все. Все, давай копайся, давай. А, ну да, хорошо, динамиты это круто, подожди. В смысле? То есть можно было всю эту фигню с кроватями не делать, а все просто динамитами взорвать? Ну, подписчики писали, что можно и так, и так. Ну просто я посчитал то, что с кровать уже как бы эффективней, а сейчас, когда у нас с тобой нет вот этих якорей возрождения, ну, значит, будем динамитом все взрывать. Эффективно, когда Катя на кровати подрывается. Я все поняла. Хорошо. Окей, копаемся на 14. Зато смешно, согласись, Кать! Да, особенно когда я подорвала все наши якоря, и остались мы ни с чем. Катюшка, запоминай, пожалуйста, наш план. Я сейчас это все минирую динамитом. Как только я выхожу отсюда, ты сразу же моментально нажимай вот этой зажигалкой, чтобы здесь все взорвалось, и будем молиться, что нам хотя бы 2 или 3 кусочка вот этого незрита попадется. Хорошо, Кать? А, ну то есть опять, да, я должна все подрывать задницей рисковать? Я же сейчас задницей рискую, а не ты задницей рискуешь. Я же здесь динамит сейчас расставляю, а не ты. Так, последние 3 кусочка. Раз, два, три, пожигай! Давай, быстро! Это самое, если я сейчас подорвусь, что мне делать? Это все поджигаю, отбегаю! Всё, отбегай! Вон сюда, прячься! Так, тихо. О, пошла жара! Вижу кусок, который затапливает в лаве! Чё ж мы наделали-то нафиг? Как сейчас туда попасть? Ёперны! Как? Я видел, там один кусок древнего обломка был, но проблема в том, что мы до него сейчас фиг туда доберемся через вот эту всю лаву. Так надо лаву просто застроить сверху. Кстати, и иди тогда застраивай лаву, а я прокопаюсь вот туда. Да что ж ты будешь делать? Тогда почему всегда я рискую? Ну, как говорится, тебя не жалко. Я еще один кусочек нашел, Кать, там 2 кусочка уже! 3 кусочка нашел! Ну подожди, ты успокойся, сейчас в лаве поплавать успела, пока ты там лазил. Ага, давай, хорошего плавания! Еще даже один динамит не взорвался! Кошмар, слушай, надо просто крышу эту залатать, и все, лава перестанет течь. Кать! 2 кусочка там! 1 кусочек здесь, 1 кусочек в лаве находится, и 1 кусочек там! Да мы кусков 5-6 только что нашли с этим динамитом! Ядрёна, кочерышка, да ты помоги мне, я горю! Горю! Ты опять в лаву упала, да сколько можно в лаву-то падать, Кать? Ну все, прощай, сейчас, все, пока. Ну тогда давай делаем так, ты меня просто жди дома, я сейчас эти древние обломки соберу и тоже к тебе отправлюсь, хорошо? Хорошо, но потому что не надо так рисковать жизнью своей девушки. Кать, там еще 1 кусочек, значит мы все же 6 нашли. Все, забирайся и сматывай, я тебя дома буду ждать. Нам нужно было найти всего лишь 4 кусочка, потому что 4 у меня уже было.
В итоге мы нашли целых 7, а не 4. Еще бы один кусок нашли, мне бы на меч хватило. Ну ладно, сейчас я это все пережарю, запиндюкаю себе тоже фул незритую броньку, и тогда ты обзавидуешься мне. Так, где у нас находится? Чего у меня нет? Шлема у меня нет, да? И трухана вроде нет. Чему я обзавидоваться? Чему обзавидоваться-то, если у меня тоже целый стак брони? Стак. Сет. Ну я же себе еще скоро меч скрафчу, вот мечу ты обзавидуешься. Так, еще два кусочка ждем, и я все делаю. И вот так, и вот так. Забираем, и два куска, Катя, целых два куска. Сейчас это все соединяем вот здесь, вот так вот. Господи, как я долго ждал вот этого момента. Надеваем, запердукиваем. Ну ты только посмотри, ну все, мы теперь оба просто красавцы. Ну слушай, когда у меня есть фулл сет незритой брони, ты мне больше не нужна. Все чиксы этого района теперь мои. Я такой выйду туда с незритом, сюда с незритом. Потом скрафчу себе меч, еще вот так, вот так всех буду. Ты офигел? Ты мне только что стрелой в сердце попала, ты в курсе? А сейчас в плечо. Какие еще чиксы? Че за чиксы? А ну иди сюда. Ну ты успокойся, ну это шутка просто была, то что мы с тобой сейчас крутые. Ты полностью незритая, я полностью незритая. Мы с тобой, кстати, выполнили практически все, что мы хотели сегодня с тобой сделать. Мы можем пойти прогуляться, допустим, в Диснейленд, немножко развлечься, может в Диснейленде. Что-то новенькое появилось, какие-то новенькие магические места, допустим. Ты давай, пошли за мной, ты главное не отставай, хорошо? Ну слушай, главное, чтобы там вешалку эту не убрали, а то она мне понравилась. Какую вешалку? Подожди, про вешалку попозже. Это что еще такое? Там какая-то башня огромная. Да ты построил? Подожди, ты мне сначала скажи, про какую вешалку ты только что сказала? Да там пеструн чей-то был в этом Диснейленде. Ты сказал, что это вешалка. Кого? Да все, забей, ты мне лучше расскажи, что это за красота такая. А, ты про это? Да, ничего тут такого нет, это просто мы с подписчиками строили от балды, когда, ну, время вот это было. Мы хотели тебе подарок сделать, но, ну, вот, в принципе, вот так как-то получилось. Это башня принцессы. Ну, то есть, чтобы ты там жила, типа ты принцесса, понимаешь? Но подарок как-то не удался, вот. Почему не удался-то? Это же очень прикольно. А что там внутри? Можно мне туда пойти, пожалуйста? Я принцесса, хочу быть принцессой. Ну, я не знаю. Да там ничего интересного как бы нет. Но если ты вдруг хочешь, то да, ты можешь пойти посмотреть. Я хочу, пошли, проводишь меня. Ага, хорошо, давай, пошли, провожу тебя. А почему ты мне сразу-то не показал? Так красиво получилось. И девушка вот эта, в отличие от тех вот... Ну да. Которые... Это, кстати, Лерочка строила. Это Лерочка вот эту... Ты, кстати, догадалась, кто это такая, а? Не верю, что Лера строила, но это же вроде как Рапунцель. Это Рапунцель, да. Это башня Рапунцель. То есть это башня принцессы. Если ты, Катя, хочешь, ты можешь жить в ней прямо сейчас. Поэтому давай, проходи за мной. Я даже тебе прямо сейчас открою дверь. Иди смотри, что там внутри. Подожди, там ключик какой-то наверху. Ну там, ладно, короче, сейчас посмотрим. Так, а как открыть, открываем дверь? Давай, заходи. Ага, подожди, еще раз, вот так. Да, нажми ты кнопку, заходи. Все, зашла. Ты со мной не пойдешь? Я пойду, конечно же, с тобой пойду. Давай наверх. Вот. Ага. Это твоя башня. Ты тут можешь жить хоть до конца жизни. Я как бы даже не преувеличиваю. Это твоя башня навсегда. Да хорошо, спасибо за такой подарок. Ой, какая тут розовая комнатка, прикольно. Да. В сундуках есть что-нибудь? Да, ничего. Нет, это все заготовка на будущее. Тут смотри, тут у тебя верстак, тут у тебя еще один верстак. Розовая твоя любимая кроватка. Тут у нас железо, вот эта железная вот эта фигня, чтобы ты не выпала случайно там в окно, понимаешь, как бы техника безопасности. И что самое главное, смотри. В этой комнате ты даже ничего ломать не можешь. То есть тут техника безопасности настолько продуманная, то что тут ничего не ломается никогда, понимаешь? Слушай, это отлично, да и вид какой на Эйфелеву башню, на Диснейленд, да. На курятник на наш. На курятник, круто. Вид тут просто замечательный. Ладно, тогда я тебе предлагаю тут остаться. Ты с этого дня принцесса. Прям до конца жизни. Поэтому, Катя... Всего тебе там хорошего, давай. Я вернусь когда-нибудь, давай. Спасибо большое за такой подарок. Сейчас я... Ну, я тут, наверное, не буду оставаться. Все-таки, как бы, даже еды нет. Тебе придется остаться. Подожди, я тебе даже еду не дал.
Нет, у меня нет еды с собой. Хорошо. Ну тогда я тебе буду раз там в пару дней еду приносить. Тебе там хорошо жить, Катя. Я верю, то, что ты совсем справишься и скучать там не будешь. Ага, давай. Ага, подожди, а может быть это, мы серию-то закончим вместе? Че ты куда ушел-то? Ну, я-то закончу, а ты как оттуда выберешься? Ты же блоки там ломать не можешь, не? А как мне реально отсюда выбраться-то? Подожди, я что-то не понимаю. Ну никак, это же башня Рапунцель. Как там по сказке было? Рапунцель закрыли в башне, она оттуда не смогла выбраться, не? То есть это я Рапунцель, я принцесса, которая сейчас заточена в башне навсегда? Да, только ты не Рапунцель, ты вот это, ты Катипунцель. Ты там совсем страх потерял, что ли? Подожди, ты хотела башню принцессы? Ты получила башню принцессы, а то, что тебе древний страж вечно накладывает эффект вот этого утомления третьего уровня, и то, что ты не можешь ломать блоки, ты навечно заточена в этой башне, ну это как бы уже не мои проблемы, слушай. Утомление 3 на... всегда? Навсегда, да, да. Собака, ты сутулая, номер, не выпусти меня! Я вижу тебя, вот стоишь ты! Ну, ты поняла то, что ты ни один блок до конца жизни там в той башне сломать не сможешь? Я тебя... вот я сейчас выйду, я тебя урою! Ты сначала выйди, а потом урой, хорошо? Я выйду сейчас, я так выйду, сейчас я в себя стрелой попаду, сейчас я попаду стрелой в тебя. Ага, тут же стекло, черт. Ну тогда, Екатипунцель, спусти мне свои косы, когда они вырастут, а я по косам тебе туда заберусь и вытащу тебя, хорошо? Ну а пока я пошел, мне же еще как бы незритовый меч надо скрафтить, незритую лопату, незритую мотыгу. Кать, у меня много незрита сейчас будет, а ты там, ну, всего хорошего, до свидания. Тебе капец.